Привет, ребята! Я душа волка. И у нас с нашим телом, с моим точнее, приключилась беда. Нас убили. Да, вы можете спросить, а как вы тогда снимаете ролики, если вы типа умерли? А я вам отвечу другое. Мы находимся сейчас в раю. И сейчас я вам расскажу историю, почему мы умерли и как вообще я прожила свою жизнь. Начинаем. Родилась я возле озера. Я был самый старший в семье. И поэтому меня отправляли идти на охоту. А сама оставалась с моими братьями и сестрами. Но когда я в очередной раз пошла на охоту, со мной случилось страшное. Когда я шла и ждала, когда вылезет какая-нибудь мелочь, вдруг ко мне подошел какой-то мужик, который одет как военный. Он направил на меня ружье. И вдруг первый раз в жизни я решилась сказать волку, что делать. Малыш, нападай! Ладно, я к себе. Чувак, не верь ему. В кустах стоял еще один, которого я не заметил. И он выстрелил в меня. И вот поэтому мы здесь. Если вы слышали что-то, голос моей мамы или т.д., не обращайте внимания. Просто я, у меня всего 5 видео, всего-то, знаете. Короче, всем пока-пока!